Мир знает, что было пережито за 3,5 года. Это именно то лидерство, которое Байден проявил в решении проблем, общих для очень многих стран, особенно для демократических государств по всему миру. Путешествуя по всему миру, я убедился, что даже когда у нас возникают разногласия со странами, они по-прежнему хотят, чтобы мы участвовали и вели за собой. Они увидели президента, который реинвестировал Америку в мир, в альянсы, в партнерство так, как они того хотят. Если вы посмотрите на опросы, проводимые по всему миру, то вы увидите, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние 3,5 года. Это не просто так. Это результат политики, которую мы проводим в рамках нашего взаимодействия. И они видят, что президент Байден лидирует во всех этих различных областях и делает все возможное, чтобы объединить людей и сосредоточиться на задачах, которые стоят перед нами. Люди смотрят на последние 3,5 года, и по большей части им нравятся выборы и политика, которую проводит нынешний президент.